Я многодетная мама. Считаю, что главное в жизни в моей, не так как рисование там или работа, или учеба, но еще выше этого есть то, что я верующий человек. Конечно, меня к этому война вот привела, к переосмысливанию ценностей, духовному росту. Но прямо над нами пролетело. Хорошо, что всегда с Богом. Вот. Да, войны работал в очень патриотичном заведении Управления Национального банка Украины. Вот. Ну, война внесла коррективы, и я, так как у меня есть талант от Бога, то занялась рисованием. И, насколько это возможно, пытаюсь красоту нести в этот мир и свет. Вот. В машине, да, чуть говорили, да. Ну, про саму работу, то есть, так как бы, как возникло желание, ну, просто вот у всех авдеевцев, как бы, вот того времени, как война началась, до сегодняшнего дня, возможно, так бы оно все и есть, как бы, у нас в ту сторону, у нас не летают самолеты, не ездят поезда, поэтому, как бы, вот, как в работе, это душевное состояние, что ты сидишь как бы на рельсах и переосмысливаешь свою жизнь, что делать дальше, как бы, что в этой ситуации вообще возможно, потому что, ну, вот уже сколько лет прошло, и ничего не меняется, ну, в ту сторону как бы нет никаких продвижений. Поэтому, ну, вот, можно и сейчас ее как бы актуальной, да, сделать, но вообще это вот то время, когда вот сейчас мы уже немножко привыкли к этому, что вот, ну, смирились там с войной, как-то подстроились, а тогда, я представляю, это был такой шок, потому что, ну, все планы, все вот это, что мы там мечтали, все, оно так обрушилось резко, и это, ну, вот как бы такой смысл. Можно ли сказать, что, да, ну, как бы, как высекать искру, и тогда сил становится больше? Чем как больше бы... делаешь, тем больше сил, конечно. Когда я только приехала, просто лежала и пошевелиться не могла. А, конечно, когда начинаешь делать, и кажется, что уже времени нет, и это, а тут тебе еще предлагают, что-то еще приглашают, а хочется потом уже везде успеть, как бы украсть время для всего, и стараешься везде, и потом удивляешься, как вот на все хватило времени, как Бог дал столько сил, а, ну, Бог дает столько сил, если есть какая-то цель, мечта, конечно.